Всем привет! Вы на канале магазина «Тульские гармонии» от Павла Уханова. Меня зовут Влад. И сегодня, наконец-то, все его ждали. Обзор гармонии заказчиков, получается, за август месяц. Я только сейчас окно закрою. Детки, конечно, хорошо, но когда они орут, не есть хорошо. Гармонии заказчиков, наконец-то, я снимаю. Достаточно сложно снимать. Вот, гармошек много, надо что-то играть. Вот, поэтому я клич в Телеграме создал, и люди писали, чтобы мне сыграть сегодня. Не знаю, много ли я буду играть из-за того, что написали, потому что я почитал так мельком, и там было написано очень много разных интересных песен, которые, ну, не подходят под гармошку, но было бы интересно, конечно, их сыграть. Вот, я их никогда в жизни не слышал, но, скорее всего, я их и не буду играть. Не расстраивайтесь, те ребята, которые что-то писали, но вы прям реально там что-то написали такое нереальное. Какие-то я, конечно же, сыграю, но какие-то я возьму из головы, возможно, кто-то раньше писал что-то. Поэтому добро пожаловать, приятного просмотра, ставьте сразу лайк, да, потому что видео будет интересное. Заварите чайку, приготовьте покушать, вас ждет долгий и интересный обзор. В этот раз я на фабрике был, и, соответственно, я знаю, какие гармошки у нас сегодня будут. Вот, к тому же здесь написано G21, они будут идти вот от Тульской 301M, Куликовки, ну и так далее. Вот, и к самым интересным, наверное, к самым люксовым таким инструментам мы подойдем чуть позже, ближе к концу видео. А также сегодня будут некоторые наши заказчики, которые приходили забирать свои инструменты, ну, заодно и мы сняли с ними обзорчик небольшой, и они рассказали, почему же они выбрали именно такую гармошку и почему же они выбрали именно такую тональность. А первая гармошечка у нас тульская 301M, ну, скорее всего, в тональности до мажор. Итак, эта гармошечка у нас была на реализацию изначально, но потом человек захотел вот такую вот гармошку, ее как-то доусовершенствовать, вот, то есть она уже была в производстве, он внес свои правки, и мы, соответственно, доусовершенствовали, расскажу немножечко попозже. Это гармошечка синего цвета, да, вот такая черно-синенькая. Вот здесь у нас написаны некоторые замечания, которые нам надо еще будет с этой гармошечкой сделать. Вот такая вот гармошечка в тональности до мажор, черно-синенькая. Я уже не удивляюсь, потому что у нас уже в обиходе такие инструменты постоянно бывают. Вот, и сейчас в наличии тоже есть, только уже красного цвета. Синенькие все, к сожалению, уже закончились, и чуть позже расскажу, почему. Итак, что же включает эта гармошечка в себя? Из дополнительных опций здесь у нас мельхиор уголки, итальянский лидерин, регулировка левого ремня и, внимание, ми-минорный аккорд. Да, то есть человек, когда написал, он хотел себе гармошечку в более таком базовом варианте, но с ми-минорным аккордом. Это достаточно рациональное решение, потому что 27 на 25 это уже с деревянными резонаторами, а значит дороже. Здесь у нас пластиковые резонаторы, и ми-минорный аккорд нам позволяет играть те произведения, которые можно было бы играть только с 27 на 25. А здесь у нас ми-минорный аккорд дает возможность сыграть в другой тональности и, соответственно, не имея расширенного диапазона. Кнопочки здесь у нас правые перламутровые, черные, да, ну и в принципе все. Вот такой вот красивый и достаточно стильный инструмент появится у нашего, значит, заказчика. Вот, и сейчас все больше и больше таких инструментов появляется, люди что-то придумывают, возможно, меняют цвет горки, да, заказывают там деревянную полностью в синем цвете, да, но горка у нас красная, да, к примеру, а здесь у нас сетка белая, и получается у нас белая, синяя, красная, да, то есть флаг России. Такое тоже было, по-моему, но, если честно, не припомню когда. Итак, первую песенку, которую нам надо сыграть, я подгляжу, значит, в нашем телеграм-канале, да, именно туда я дал клич, и люди писали свои комментарии, вот, поэтому надо что-то выбрать. Дарите девушкам цветы. Давайте сыграем. Какой-то не вечер еще прикольный есть. Районы, кварталы накидали, металлику скинули. Можно бабушку курит трубку? Бабушка курит трубку? Позже. На какой-нибудь гармошке такой, 27 на 25 хотя бы, чтобы было. Из группы Ария. Знаешь что-нибудь из группы Ария? Я свободен. Это группа Ария? Да. Чуть попозже. Король и Шут, будьте любезны. Король и Шут? Конечно.
немножечко исковеркал ее. Ну что, в до мажоре. Она, по-моему, в до мажоре даже идет, оригинальная тональность, не помнишь? Но, в принципе, вот так, да. Расскажу немножечко про эту гармошечку. Внутрянка у нее пластиковые резонаторы, соотношение голосов баритон, тенор, пикколо, да, трехголосная мелодия, пятиголосный, значит, бас. Настроечка у нас здесь стандартная. Тональность до мажор отлично подойдет для людей, которые хотят научиться играть на гармошке. Это прекрасная, значит, возможность зайти в мир гармонии через тональность до мажор. Почему? Потому что раскладка у нас до мажорная, соответственно, вы нажимаете до, у вас звучит до. Соответственно, если у вас есть там абсолютный слух, у вас не будет никаких проблем. Потому что если вы возьмете какую-нибудь гармошечку, например, в тональности ля мажор, то нажимая кнопочку до, у вас звучит ля, и вы не понимаете, я же нажимаю до, у меня звучит ля, а у вас абсолютный слух. Кто знает, может, боженька вас даром таким наградил. Так вот, и модель Тульская 301M в тональности до мажор. Это прекрасный инструмент для вхождения в мир музыки. Вот такая вот интересная гармошечка поедет к нашему заказчику. Да, она еще пройдет некоторые этапы проверки и ввода в эксплуатацию этого инструмента. Вот, пройдет некоторое время, но, скорее всего, сейчас наш заказчик уже держит в руках эту гармошечку и наслаждается ее игрой. А мы переходим к следующему инструменту. Итак, следующая гармошечка у нас тоже Тульская 301M. Распаковка. Да, так надо говорить. Как у вас там молодежь делает? Вот. Ух ты! А это у нас уже гармошечка более такого традиционного типа, да, с ромашечками. Вон горочка белая, здесь сеточки белые. Короче, очень интересно. Давайте смотреть и разглядывать. Да, эта гармошечка тоже включает в себя не так много опций, как обычно это бывает. Но здесь у нас есть регулировка левого ремня и мельхиор уголки с итальянским лидерином. В принципе, все. Да, смотрите, многие выбирают регулировку левого ремня. Даже у некоторых встает выбор, да? Что выбрать, регулировку левого ремня или отдушник? Вот, чаще всего отдают предпочтение регулировке левого ремня. Почему? Потому что, во-первых, можно регулировать под себя, под руку, да? Если, например, у вас есть друг, который часто приходит к вам играть на вашей гармошке, да, то очень легко можно менять, значит, длину ремешка. Вот. А также выглядит еще и эстетичней, когда у нас есть регулировка левого ремня. То есть, когда у нас ремешок крепится двумя болтами сверху, то выглядит, ну, так себе, если честно, и по моему мнению. Вот, регулировка левого ремня гораздо-гораздо интереснее и эстетичней выглядит. Тональность до диез – это одна из самых стандартных тональностей, даже самая стандартная тональность для фабрики Тульская гармонь. И, например, если вы закажете гармошку, ничего не говоря, просто скажите, мне нужна Тульская 301M. Естественно, мы вас спросим, но если заказать, то будет у вас до диез. Вот. Естественно, мы вас спросим, и, типа, какая тональность вам нужна? Точно до диез, мажор, может быть, рассмотреть до мажор, потому что по мне до мажор это универсальная тональность. Здравствуй, юность в сапогах, здравствуй. Какой мотив там? Волховская застольная. Мне телеграм не нужен, да? У меня сидит человек, который подсказывает мне, что играть. Несложная, не особо сложная. Да, еще одна гармошечка на пластиковых резонаторах уже в тональности до диез, соотношение голосов баритон, тенор, пикколо. Здесь у нас пятиголосный бас, тоже пластиковые резонаторы из дополнительных опций итальянский лидерин, мельхиор уголки, что означает улучшенный мех и регулировка левого ремня. Все, в принципе, больше ничего и не нужно. Набор опций базовый, да, то, что нужно для человека, такой вы можете заказать. У нас сейчас в наличии, к сожалению, нет. Есть такая синяя, черная, только красно-черная. Вот тоже с регулировкой левого ремня.
и полностью черная еще есть. А мы переходим к следующему инструменту. Так, следующая гармошечка у нас тоже тульская 301М, тоже в тональности до мажор, тоже на пластиковых резонаторах. Но самое интересное, это то, что она здесь у нас вот точно такая же, как и первая гармошечка, черно-синяя. Особо на ней играть не буду, просто расскажу, и в чем же отличие от той первой гармошечки, которая у нас была. Смотрите, здесь у нас тоже перламутровые правые кнопочки, тоже левые черненькие, итальянский лидерин с мельхиоровыми уголками. Я не помню, на той черный мех был или синий, но вот на этой синий мех у нас внутри. Вот. И нет регулировки левого ремня. Вот, вот как выглядит гармошечка без регулировки левого ремня. То есть ремень крепится сюда. Есть два лайфхака, как себе регулировать этот ремень. Можно вот сюда, либо сюда, желательно сюда, потому что здесь не видно, подложить бумажку, вот, какую-нибудь такую, ну, типа толстенькую, да, сложив, вот, подложили бумажку, и все, вот, ремешок он у нас затянулся. Да, можно еще отсюда открутить, отрезать, максимум, там, сантиметр-полтора, вот, и прикрутить обратно на те же, значит, отверстия, вот, и тоже у вас утянется ремешок. Вот так. Вот такая вот гармошечка, тоже в тональности до мажор, но без ми-минорного аккорда. Здесь у нас си. Кто не знает, что такое ми-минорный аккорд, это у нас на дополнительном ряду делается аккорд доминантовый. Да, то есть у нас есть тонический минорный аккорд, да, то есть гармония, то есть ля-минор, да, а сверху у нас ми-мажор. Но часто гармонисты играют во второй тональности. И вы, наверное, заметили, что я сейчас играл бас с басом, то есть ми и бас от си. Но гораздо вкуснее звучит аккорд ми-минорный. Здесь его нету, он был на первой гармошечке, да? То есть его можно дополнительно установить уже даже на готовый инструмент. Если вы хотите на свой инструмент установить ми-минорный аккорд, на инструмент, который заказывали у нас, вы можете написать нам, позвонить и сказать, я хочу установить на свою гармошку ми-минор. Можете привезти ее, мы сделаем, это занимает не так много времени, там в районе 2 дней, вот, и у вас будет. Естественно, за дополнительную плату, ну, да, мастеру уже надо платить за то, что он работает. Вот как-то так. Ну, долго задерживаться не буду. Переходим к следующему инструменту. Еще одна гармошечка в тональности до мажор. Все. Что-то тупануло. Я думал, что это у нас на реализацию инструмент. Что-то делает гармошка для заказчиков. На самом деле нет. Это у нас гармонь заказчика. Вот такая у нас полностью черненькая гармошечка. Здесь у нас нету материала в сетке, потому что не нашлось материала в сетке на фабрике, такого, которого захотел наш заказчик. Вот. Красный материал цвета сетчатый. Вот, он, к сожалению, закончился, а у нас он есть. Поэтому мы сюда наклеим. Не стали ждать, пока на фабрике появится материал. Мы забрали, наклеим, чтобы быстрее наш заказчик получил свой инструмент. Да, опять же, у нас что здесь из дополнительных опций? Получается, перламутровые правые кнопочки. Да. Мельхиор уголки, итальянский лидерин. Ну и, в принципе, все. Вот. До мажор, пластиковые резонаторы, соотношение голосов такое же, баритон, тенор, пикколо, а другое соотношение голосов на пластиковых резонаторах не делается, вот, только баритон, тенор, пикколо. Вот, если вы хотите соотношение голосов баритон 2 тенора, тогда уже гармошечка звучать будет более тембристее, вот, и это делается уже на деревянных резонаторах, если, естественно, это дороже, потому что деревянные резонаторы уже, ну, голоса на деревянные резонаторы наклепывают мастера, уже более высокого уровня, настраивают мастера более высокого уровня, вот, и, соответственно, и получается, что у нас деревянные резонаторы, то есть заказная голосовая начинка, стоит дороже. Что же сыграть на этой гармошечке черненькой? Черная гармошка. Уголек. Уголек? Уголек мой, уголек. Ну, типа того, гармошка же черная. Уголек, уголь тоже черный. Уголь тоже черный.
здесь ми-минорный аккорд нужен, а здесь его нет. Ну, давайте сыграем. Там был этот, еще проигрыш. По-моему, так. Ну так, чисто у нас сегодня обзор-разбор получается. Что-то... Давай это сыграем. Сидим, на слух подбираем. Да. Ну, вот такая вот гармошечка, значит, без ми-минорного аккорда, но такая вот черненькая, интересная, ну, до мажоре. Вот, что еще сказать? А сказать надо то, что мы переходим к следующему инструменту. Итак, еще одна тульская 301М в тональности, скорее всего, до мажор, но не уверен. Сейчас посмотрим. Ух ты, какая у нас здесь красавица. Оранжевая, а то все, я уже устал уже. Черные, синие, синие, черные. Вот. Значит, здесь у нас оранжевая. Оранжевая. С сеточками хромированными. Сейчас будем смотреть. Итак, здесь у нас гармошечка, значит, тульская 301М модель. Пластиковые резонаторы, мельхиоровые уголки. Здесь у нас регулировка левого ремня. Есть деревянная горка, отдушник, перламутровые левые кнопки, перламутровые правые кнопки 25 на 25. Ну да, пластиковые резонаторы. Тональность до мажор. Красавица, интересно. Ми минор есть? Ми минора нет. Да, соотношение голосов то же самое. Баритон тенор пикколо, здесь 3 голоса, здесь 5 голосов. Сеточки хромированные, значит. Ну, в принципе, все. Вот такая вот красавица есть. Теперь у нашего заказчика. Скоро эта гармошечка поедет к нему после ввода в эксплуатацию этого инструмента. А сейчас уже можно поиграть, да, там, что-нибудь такое. Ну, лайтовое. Самара городок. Во, вот что надо. Народное нужно. Народная, Самара-городок. А я не знаю ее. Ты знаешь Самара-городок? Эх, Самара-городок, неспокойная. Да. Я ее не знаю. Чисто что-то подобное изобразил на Самара городок. Вот такая вот яркая, классная гармошечка. Пойдет к нашему заказчику. Вот. А мы переходим к следующему инструменту. Скоро начнутся самые такие уже сочные. Вот. Сейчас небольшой разогревчик был. И все. Тоже 301. Так. Не подумайте, что я устал. Ну, снова 301М. Уже черная, уже с художественной росписью. Ой, здесь написано у нас уже металлизированными буквами Тойма. Скорее всего, это название села, а может быть, название ансамбля. Что у нас по дополнительным опциям? А, значит, мельхиор уголки, итальянские лидерины, перламутровые правые кнопочки.
Ну, мажор. Итак, здесь у нас пластиковые резонаторы, опять, да? Значит, баритон тенор пикколо, соотношение голосов, трехголосный меломан, пятиголосный бас. Все. Перламутровые правые кнопки, регулировка клевер меня, итальянский лидерин. Поехали, сыграем что-нибудь. Ой, то не вечер. По-моему, это не вечер даже просили в телеграм-канале у нас, в нашем телеграм-канале, на который вы можете подписаться, перейдя по ссылочке в описании. А это не вечер. Ну, давайте сыграем. Ой, то не вечер, это не вечер. Вот, ой, то не вечер, оказывается. А у нас еще не вечер. Но когда пойдут уже инструменты более высокого уровня, настанет вечерочек. Ах, вечерочек, ах, вечерок. Ты знаешь песенку эту? Или как-то по-другому там слова какие-то другие. Ну ладно, может, сыграем сегодня? Итак, следующая гармошечка уже не 301, да, то есть не Трусская 301М, а уже Куликово поле. Да, сейчас... Эти гармошечки у нас, конечно, ух ты, какая ты красивая. Надо показать, во. Да? Ну-ка, блин, увеличенные кнопочки. Ой, сейчас посмотрите. Так, 27 на 25, насколько я вижу. Да. Это мы вырежем. А, да? Да, ты не знал? Я много пою в видосах. Немного вырезается в видосах. Практически каждая песенка поется, но она вырезается. Потом на постпродакшене. Главное, в наушниках слушаю, нормально пою. А когда через колонки начинаешь слушать, думаешь, блин, что я так фальшивлю-то? А потому что колонки плохие. Да. Турецкий марш просят еще сыграть. Турецкий марш. В телеграм-канале просят сыграть. В телеграм-канале, на который вы можете подписаться по ссылке в описании. Последний аккорд
Завещал так Моцарт сыграть. Это у нас гармошечка Куликова Поля в тональности до мажор с расширенным диапазоном 27 на 25. Вы могли подумать, что это инкрустация, но нет. Здесь у нас, значит, художественная роспись под инкрустацию. Заказная левая механика с увеличенными левыми кнопками с эбонитовой основой, составные, да, 9,5 мм. Есть отдушники, есть регулировка левого ремня, мельхиор уголки с итальянским лидерином. Ну и, конечно же, внутри это у нас заказная голосовая начинка с настройкой мастером заказных инструментов, с голосами ручной наклепки, ну и, конечно же, с деревянными резонаторами. А настраивал эту гармошечку Савелий Черкасов. Савелий Черкасов славится тем, что настраивает гармошечки такой старинный строй. Да и, в принципе, у него есть небольшая вот такая вот фишка настраивать немного в старинный строй, вот, немного не так, как обычно настраивают, вот, можно так сказать еще. Давайте просмотрим и послушаем левую руку. Ну да, чувствуется некая обширность баса, да, то есть ты когда играешь, то есть если играть на басах баянчика, то там просто чисто вот такой вот глубокий бас, да, здесь же он чувствуется таким широким, вот, не знаю, как это описать, но такое есть. Не знаю, как по-вашему, но по моему мнению, художественная роспись, если смотреть с 3 метров, то нормально. Да? То есть, если уже подходить к гармошечке, то есть, видно, что это художественная роспись, это никак уже не скрыть, вот, это не инкрустация, да, вот, когда к инкрустации близко подходишь, ты такой, ого, ничего себе, инкрустации, там вот это все внутри, это все переливается, здесь же у нас художественная роспись, и когда близко подходишь, ты такой думаешь, ну да, здесь красками это все нарисовано, вот. Но если смотреть издалека, то вы, в принципе, и не отличите художественную роспись от инкрустации именно белым перламутром, вот, да, то есть если вот такую вот художественную роспись сделать и вот такую же, в таких же цветах сделать, значит, инкрустацию, то вы особо-то и не отличите. Цвет меха у нас красный, ну, в принципе, стандарт, а внутри у нас деревянные деки, ну, это понятно. Так, заказ левая механика, она у нас ставится на более люксовые, дорогие инструменты, на многотембровые, заказные цельнопланочные, заказные кусковые, но и вот в принципе, что можно сделать? Можно поставить ее на Куликова Поля, да, то есть доработав ее. В этой механике есть возможность поставить дополнительный бас фа диез, который в принципе есть на заказных гармошечках, да, то есть вот он. Ну, естественно, 27 на 25, здесь они не обошли стороной эту гармошечку. В принципе, рациональное, оправданное решение, эта гармошечка, вот такая вот сборка, в принципе, очень добротная. Да, то есть здесь нету деревянных сеточек, можно деревянные сетки поставить, но здесь их нет, сэкономлено. Инкрустации нет, но есть художественная роспись под инкрустацию, сэкономлено. Правая конюшковая малошумящая механика, не заказная, да, то есть можно поставить и заказную механику, и тогда это у нас будет трехголосная заказная гармонь. Но здесь вот такая вот механика, она тоже в принципе хороша, вот, но тем не менее она стоит дешевле и, соответственно, тоже сэкономлена. Левая заказная механика, а это уже здесь как будто бы без альтернатив, потому что у нас есть улучшенная левая механика, она дешевле. Она дешевле не настолько, чтобы не брать заказную, да, то есть заказная стоит чуть-чуть дороже, нежели улучшенная, хотя улучшенная намного хуже, нежели заказная. Короче, мое мнение, вот это вот прям вот один из самых таких добротных инструментов, сбалансированных с точки зрения механик, с точки зрения звука. Три голоса в правой руке и 5 голосов в левой руке, их в принципе предостаточно, не стоит переплачивать за 4-й голос, если вы ставите их в Куликовку. В заказной, да, здесь у нас 6 голосов, здесь у нас 4 голоса, все логично и в принципе это оправдано, но здесь 3 голоса этого достаточно, не надо тратить денежки на 4-голосную гармошечку. В принципе, это одна из самых часто заказываемых гармошек вот в такой сборке. Ну, не именно в такой, да, а ну, примерно такой сборке, да. То есть левая заказная механика, правая конюшковая, мельхиор уголки итальянский лидерин, что-то нарисовано, да, отдушник, регулировка левого ремня, увеличенные кнопочки, итальянские правые. Все. То есть
Хорошая, добротная гармонь, рекомендую. Тональность до мажор, соотношение голосов у нас здесь баритон, два тенора. И опять же, много кто думает, что же брать, баритон, тенор пикколо, либо баритон 2 тенора. Объясняю. Когда вы берете баритон тенор пикколо, у вас примерное звучание, как на пластиковых резонаторах, только более такое глубокое, то есть более тембровое. Здесь же у нас баритон 2 тенора, соответственно, звучание получается еще наиболее тембровым, потому что у нас здесь розлив делается на тенорах. Да, то есть баритон у нас с тенором одним в унисон, один тенорок повышается. И, соответственно, между тенорами, между голосами одного уровня розлив чувствуется намного лучше. Если вы берете баритон тенор пикколо, то розлив делается на баритоне, и там розлив чувствуется хуже. Соответственно, то же самое, если вы берете на деревянных резонаторах гармошечку, то рекомендую поставить соотношение голосов баритон 2 тенора. А мне рекомендуют уже переходить к следующему инструменту, поэтому мы переходим к следующему инструменту. 27 на 25. Итак, следующая гармошечка у нас тульская 301М в тональности фа мажор. Не стал ее распаковывать на камеру, потому что распаковал здесь. Подумал, что все 301 закончились, но нет. Вот, у нас еще одна 301. Значит, в тональности фа мажор соотношение голосов 2 тенора пикколо. Здесь у нас заказная левая механика с отдушником. Регулировка левого ремня есть. Мельхиор уголки, итальянский лидерин. Правые перламутровые кнопки 25 на 25. Ладно. Внутри у нас заказная голосовая начинка с настройкой мастером заказных инструментов, а именно Савелием Черкасовым. Деревянные резонаторы, голоса ручной наклепки. Давайте быстренько сыграем на ней и послушаем. Так, что у нас по поводу песенки? Вы, конечно, много всего написали и накидали, но большинство из них, они либо я их очень много раз играл, либо... я прям их даже и не слышал. Вот, то есть, Металлика. Все вот эти вот песенки более-менее сходу играются. Возможно, я некоторые уже когда-то давно играл, сейчас вот они просто вспоминаются, я такой думаю, ого, ничего, я знаю. Вот, в основном это все играется сходу, и, к сожалению, вот, например, Sia Chandler's, не знаю таких песенек. Вот, Рио Рита. Вот Рио Риту можно сыграть, но здесь у нас 25 на 25. Поэтому, не получится. Сыграю Рио Риту уже на 27 на 25. Круг. Все косы твои, все бантики. Вот это вот прикольное. Вот там, опять 25 на 25. А вот видите, насколько 27 на 25 уже въелось в жизнь гармониста, особенно меня, что я такой, The once was a ship. Звон, целый шип, вот это... я понял, это рыбы пели. Если не понимаете, о чем, вот вставка. Alexa, play sea shanty. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a bully of tea. The winds blew up her bow, up down below my bully boy's bow. Soon may the well man come to bring my sugar... Не, такое тоже не буду играть на гармошке. До скорых встреч на мятых... Даже здесь, даже видео скидывают, говорят, вот это вот сыграйте. До скорых встреч на мятых простынях цвета мак. Я не знаю, как это на гармошке будет звучать, но ладно. We'll be right back.
Вот такие вот песенки. Сейчас современные, все одно и то же, просто разные гармонии. Это удручающе, с одной стороны, но есть и другие хорошие песенки. Не знаю, не хочу говорить, что это плохая песенка, если просто вот петь ее, то да, все отлично, все хорошо. Но опять же, говорю, что если уж скидывать песенки, то подходящие под гармонию. Вот, да, с одной стороны, интересно послушать, как же это все-таки будет звучать на гармонии и так далее, но вот, вот вам пример. Все одно и то же. Я попытался что-то как-то сделать там поинтереснее, но вот получилось, что получилось. Вот такая вот гармошечка. Здесь у нас нету сеток, опять же, та же ситуация. На фабрике не оказалось красносетчатой сеточки, вот, поэтому мы сделаем ее сами. Эта гармошечка поедет, по-моему, даже в детскую школу искусств, если я не ошибаюсь. Вот, и, соответственно, на нем будут играть либо детки, там, либо аккомпанировать и так далее. Тональность фа-мажор, в принципе, подходит для мужского голоса как-нибудь казачьих песен. Давайте, кстати, и сыграем. Если вам подошла, в принципе, эта тональность под пение этой песенки, то у вас, во-первых, достаточно не низкий голос, а во-вторых, если хотите, вы можете заказать такую же гармошечку, можно и, в принципе, на базе Куликова поле с деревянно-конюшковой механикой. Заказная механика – это хорошо, отдушник рыговка левого ремня. Понятное дело, база – это у нас улучшенный мех с итальянскими лидеринами и мельхиоровыми уголками. И на базе, например, Куликовочки той же самой, как была предыдущая гармошечка, собрать в тональности фа-мажор классную гармошечку. Ну, или можно сэкономить, если, в принципе, вам не важна правая механика, то сэкономив на ней, вы сможете за хорошие вменяемые деньги купить классный звучащий инструмент с заказной голосовой начинкой. А мы переходим к следующему инструменту, интересному. Я надеюсь, все уже, тульские 301М закончились, и хочется уже прикоснуться к более люксовым инструментам, к тому же еще и цельнопланочным. Я вам даже отчасти завидую, потому что вы первый раз сейчас будете видеть эти гармошки, а я уже их видел, вот, и на них уже играл и проверял их. Знаю, какая здесь гармошка и вокруг меня какие гармошечки лежат. Я уже год практически не был на фабрике, и раньше для меня всегда это было каким-то удивлением, потому что я беру гармошечку, открываю, такой, ого, ничего себе. А здесь я что, не могу наигранно это сделать, потому что, в принципе, я не актер. Это у нас, баянщик. 40/60, вот, одноголосный, с двуголосным басом, с регулировкой левого ремня, итальянским лидерином, все, деревянной горочкой. Это баянчик детский, и, понятное дело, он в унисон, но здесь интересно, что мех сделан, из однотонной фиолетовой ткани. Давно не было на фабрике фиолетовой ткани, вот, сейчас теперь он есть, и это очень-очень классно, и смотрится очень красиво с фиолетовыми гармошками. Ну и, соответственно, баянами. Ну, давайте сыграем, конечно, что-нибудь. Ну да, я не баянист, но такой вот баянчик подойдет для ребенка лет от 5, даже может от 4 у кого-то. Вот он достаточно легкий, он прям вот легенький-легенький. И до лет 8, ну в 9 уже можно рассматривать баянчик уже 46/80. Вот. Это для тех, кто интересуется баянчиком для своего ребенка. Вот. Или такие баянчики у нас заказывали часто женщины и девушки, которые не хотели огромный баян таскать с собой, вот, но при этом они пели под баянчики, им в принципе не важно было там 2 голоса баян, 4-голосный бас или какой-то там еще, вот, им в принципе важно было, чтобы он был легенький и попадал в нотки. Вот, легенький, попадает в нотки, классный баянчик, красивый, он поедет к ребеночку, вот, и этот ребеночек будет на нем заниматься и играть, и продвигать нашу национальную русскую
культуру. В принципе, такой баянчик у нас есть в наличии. Если вам интересен баянчик маленький, 40 на 60, вот как фиолетовый, только у нас есть красного цвета в наличии. Можете обращаться, звонить по номеру телефона, который сейчас указан на экране, и купить этот баянчик. А если вы хотите посмотреть стоимость на инструменты, которые у нас есть в наличии, вот, в принципе, вот, то можете переходить в каталоги ВКонтакте. Вот, также мы появились на Авито, у нас в Одноклассниках теперь еще есть каталоги, оказывается, там есть, да. Поэтому, если вы в Одноклассниках есть, то тоже можете нас найти в группе «Тульские гармонии» от Павла Уханова. Вот, также по ссылке в описании и в закрепленном комментарии есть. Это у нас модель уменьшенная, 23 на 25, значит, садко, насколько я вижу, вот заказной левой механикой, да, ага, да, левая механика заказная, регулировка левого ремня, мелькиоровые уголки, итальянский лидерин, художественная роспись, сеточка круглая, алюминиевая, чтобы звук выходил не только в бок, но и вперед, вот, и, соответственно, увеличенное количество барин, перламутровые правые кнопочки, механика улучшенная. Вот, соответственно, давайте сыграем в тональность до мажор, вы послушайте, как она звучит. Так, ну, прежде чем сыграть, надо выбрать какую-то песенку. Надежда. Надежда, мой компас земной. По-моему, я тоже ее знаю. А может, и не знаю, кто знает. Обычно я готовлюсь к роликам хоть как-то, да, то есть смотрю, изучаю песенки, да, которые вы скидываете мне. Когда иду с работы домой, там, слушаю в наушниках, еду в метро, слушаю в наушниках, да. А здесь что-то как-то все закрутилось, завертелось, не было времени. Короче, ну вот как-то так. Получаете то, что получаете, вот. Ну, с другой стороны, мне самому было интересно, насколько моего опыта хватит, чтобы вот так вот взять и сыграть то, что вы пишете. Вот такая вот гармошечка. Внутри у этой гармошечки не так, как в заказной, хотя она называется уменьшенная заказная. Здесь у нас трехголосная мелодия, пятиголосный бас, но начинка, именно работа над начинкой проводится такая же, как и у заказной люксовой модели. То есть здесь у нас деревянный резонатор и голоса ручной наклепки, настройки мастером заказных инструментов и немецкие залоги. По звучанию она хороша. За счет того, что у нее маленький корпус, она прям выдает. Да? Но за счет того, что у нее маленький корпус, она кушает очень много воздуха, вот, то есть по компрессии она, ей требуется много воздуха, потому что она маленькая, воздух крутится и сразу выходит, за счет чего и звук сразу выходит, и воздух тоже, вот, поэтому здесь делается большой мех, вот, как на больших заказных инструментах. Удобно, что она маленькая, легенькая, да, у нас диапазон 23 на 25, но есть все 5 полутонов, и это очень хорошо, потому что 27 на 25 очень-очень часто пригождаются. Вот такая вот классная гармошечка поедет снова к нашему заказчику. Возможно, он сам приедет к нам и заберет ее. Вот. А если вы хотите к нам приехать и поиграть на какой-то гармошке, а возможно и забрать ее, то по этому адресу приезжайте к нам, город Москва. Очень вас сильно ждем. Но перед приездом лучше позвонить, чтобы мы выбрали удобное для вас и для нас время, чтобы достаточно много уделить вам внимания, потому что выбор инструмента — это ответственное мероприятие. Приезжайте, поиграем, повеселимся, поснимем видосики и выложим в телеграм-канал, на который вы можете подписаться по ссылке в описании. Так, еще одна гармошечка, которую я забрал у нашего мастера. Ах ты какая! Красотка! Тула написано. Тоже садко? А! Предыдущая была не садко, предыдущая была уменьшенная, но заказной левой механикой, я понял. А вот это вот садко у нас 25 на 25, тоже есть 5 полутонов. Синенький мех итальянский, мелькеровые уголки, внутри тоже синий мех, регулировка левого ремня. Заказная левая механика с отдушником есть.
левый ремешок у нас, значит, синим подкладом. Правая конюшковая деревянная механика. Да, у нас уменьшенная существует двух вариантов, не считая диапазон. Есть с металлической правой механикой и с деревянно-конюшковой правой механикой. Деревянно-конюшковая подороже, металлическая подешевле. Вот. Давайте поиграем, послушаем, как она звучит. Садко — это у нас модель 25 на 25, заказной левой механикой. О, левая сеточка у нас покрыта целлоидом в цвет корпуса. Так, снова нашел песенку, которая более-менее мне подходит, которую я хотя бы слышал. Возможно, мы даже ее с учеником разбирали. Тональность гармошки ля мажор, баритон, два тенора, соотношение голосов. И давайте сыграем. Ну да, там проигрыш какой-то немножечко другой, но примерно что-то такое. Вот такая вот гармошка. Здесь у нас не инкрустация, здесь у нас художественная роспись, но художественная роспись сделана под инкрустацию. Вот такая вот интересная. Ну, насчет этого я уже говорил с гармошкой красной Куликова поля. Здесь у нас синенькая, вот такая вот красивая гармошечка. Поздравляю нашего заказчика, гармошка действительно классная. Тональность ля мажор с низким соотношением голосов. Топ! Наконец-то мы подбираемся уже к люксовым инструментам. Да, здесь у меня уже в руках гармошечка, значит, G17, 27 на 25 в тональности, ля мажор, 27 на 25. Вот и все. Вот, больше ничего такого нету здесь. Написано еще металлизированными буквами «гармолет». Этот заказчик приходил к нам в офис и заказывал. Вот, он захотел себе металлизированными буквами набить на гармошечке «гармолет», потому что он играет в группе, которая так и называется «гармолет». Вот, танец ля мажор ему подходит под пение. А, по-моему, мы даже выкладывали видео с ним в телеграм-канале, на который вы можете подписаться. Так, из тех песен, которые вы мне накидали, там есть еще интересные, вот, но не хочу пока сейчас их исполнять, исполню на других гармошках. Сейчас я посмотрю, я задавал вопрос по поводу казачьих песен. Интересные песенки были, вот, тоже накидывали, вот. «Шел казак на побывку домой». «Шел казак на побывку домой». Вот вы меня иногда спрашиваете, зачем нам нужны 27 на 25, если традиционно играют 25 на 25. Thank you.
Ладно. Не буду прям вот сильно уж так мучить и коверкаться. Дальше уже сложновато, там уходит на си бемоль, а у нас уже баса такого нету. Но вот, в принципе, в ре миноре, в ля миноре, в ми миноре, в си миноре, в четырех тональностях можно сыграть без проблем. А если еще и играть просто аккордиками, то еще и можно и в соль миноре, можно сыграть еще и в до миноре. Кое-как можно сыграть еще в фа миноре. Вот. То есть, если прям вот полноценно играть, то можно сыграть и вот в этих четырех тональностях без проблем. Вот. Вот для этого и нужны 27 кнопочек. Ну и, в принципе, здесь бас фа диез. Здесь, кстати, у нас еще есть ми минорный аккорд, заметил при игре. Вот. Ми минорный аккорд — это круто тоже. То есть, я его использовал только что в ми миноре. И, в принципе, звучало классно. Вот такая вот классная, многофункциональная гармошечка будет у нашего, значит, заказчика. Она еще пройдет этап подготовки к эксплуатации. Вот, прямиком к нашему мастеру в мастерскую. А мы прямиком к следующему инструменту. Ну и, конечно же, если вы хотите приобрести вот такой вот инструмент классный и замечательный, то звоните по номеру телефона, который сейчас указан на экране. Пишите WhatsApp, Viber, Telegram под ключ. Пишите, все расскажем, покажем, наиграем, поиграем и выберем вам ту гармошечку, которая вам прям вот, ну, необходима, которую вы хотите, о которой вы мечтаете. Ребята, не секрет, что вот такое вот видео записывается не один час, и иногда даже не один день. Поэтому сейчас будет фрагмент того, как наш заказчик забирал свой инструмент. На улице еще был день, вот сейчас уже какой-то вечер, поэтому не обращайте внимания. Приятного просмотра, как наш заказчик получал свой инструмент. Итак, всем привет. Вы меня спросите, Влад, что ты делаешь? А я делаю себе кофе для того, чтобы пойти отмонтировать следующий час гармошек заказчиков, который выйдет в нашей группе ВКонтакте. Сейчас примерно 20 волосинок 12 ночи, поэтому кофе мне будет необходим. Да, полноценный ролик выйдет именно ВКонтакте, потому что, ну, к сожалению, сейчас YouTube блокирует, и, соответственно, нам нужно, и я вам советую переходить на ВКонтакте для того, чтобы вы смогли полноценно посмотреть без тормозов и так далее это видео. Ссылочка на полный ролик ВКонтакте будет в описании. Вы можете перейти и с удовольствием посмотреть все оставшиеся гармошечки. Вот. Какой вкусный и ароматный кофе у меня получился. Прямо как оставшиеся гармошки наших заказчиков. Переходите и смотрите.